Привет, давай посмотрим, что он понял про тебя вообще, да? Что он осознал вообще, что он понял за тебя, какая ты, что он понял. Очень много эмоций ты у него вызываешь, и он думает, что ты эмоциональна, и ему с тобой хорошо, ему с тобой отлично, но здесь он ставит работу на первое место. Еще он может быть такой человек, у которого меняется настроение, идут быстрые изменения. Человек тоже эмоциональный, человек, который может быстро взрываться, да, также быстро отходить. Что он понял? Что ты не такая, как все. Но смотрите, опять же, здесь идет по картам то, что у мужчины может быть выбор. И здесь идет то, что мужчина вас, конечно же, ревнует, на вас он злится. Ну что он понял? Что сейчас ему нужно все же отойти от вашего общения и уйти пока в себя. Потому что здесь мужчина какое-то направление сейчас делает в другую сторону, не вашу сторону. Потому что здесь у мужчины превыше всего работа. Здесь мужчина может быть женатый. Смотрите, он здесь понял, что ему с вами хорошо, что вы эмоциональная, яркая, радостная, но никаких серьезных, да, каких-то с ним моментов, там, создания семьи я не вижу. Здесь мужчина ставит сейчас, вот видите, пентакли вышли на первое место, работа у него. И да, все же я могу предполагать, что мужчина женатый. Ему с вами хорошо, он понял, что вы яркая личность, вы эмоциональная, и этот мужчина, на которого, да, сейчас я делаю расклад, эмоциональный тоже, но все же он сделал выбор в сторону своей работы и в сторону, конечно же, своей семьи. Вот что он понял.